Приветствую вас, друзья мои. Это я, Семён. Сегодня я расскажу об одном из самых древних крупных плотоядных динозавров – Дилофозавре. Итак, поехали! За несколько минут до этого. Я кончил с отладкой телефонов, но еще где-то минут 18-20 уйдет на компилирование. При этом могут ненадолго отключаться некоторые подсистемы. Я схожу за шаурмой. Взять вам что-нибудь? Не надо. Никого? Никого. Эй-эй, ограда обесточена. Сбой по всему парку, системы отключаются. Телефоны тоже вырубились. Доступ к главной программе. Скажи пароль. На горшке сидел король. Скажи пароль. Я бы хотел попросить вас съездить за моими внуками. Разумеется. Я пойду с ним. Я до чего-то дотронулся? Ничего вы не трогали. Мы просто остановились. Вы чувствуете? Ой, что это? Куда он побежал? Но если человеку приспичило. Зубная паста есть? А зубная щетка? Да, что здесь можно пожелать? Эй, вы! Не выкай! Извините, плохое воспитание. Загон тиранозавра. Что же делать? Что же делать? Так, сейчас соберем немного фишек. Не срабатывает. Попробуй ты. Нам подсказывают, что нужен небритый герой. Я сегодня обобрился. Так, что же делать? В прошлой серии Индоминус Рекс появился на механического кролика. Поэтому соберем механического козла. Так, так, вот. Сейчас. Эй, ты куда? Ты куда? Дилофозавр переводится как ящер с двойным гребнем. Ходил на мощных лапах, питался мясом. Дилофозавр достигал 6-метровой длины и весил, вероятно, около полутонны. Череп дилофозавра отличается наличием двух гребней, начинающихся от ноздрей и идущих назад к макушке. Нам нужен кран. Смотри, ты куда полез? Здесь рыбка утонула. Где? Ладно, ей уже не помочь. Так, где же нам взять кран? Здесь нет. За углом тоже нет. Посмотри, там какие-то заросли.
Ага, вижу. Сейчас посмотрим. Где мой коготь? Во, краник. Угу. О, есть. Отлично. У меня идея. Если он хочет почистить зубы, надо сделать ему кость. Собаки ведь любят кости. Да, но он ведь не собака. Сейчас попробуем. Работай давай. Эй, эй, вы! Ух ты, какая косточка. Так, побежали. Надо помочь остальным. Так, подкопаем. Кто здесь успел так навалять? Надо поднять машину. Сейчас соберем домкрат. Домкрат готов. Ой, все, я вложу. Ай, ай, я застряла. Кажется, кто-то много ест. Ура, ура. Не так уж я и много ем. Ой, какой динозаврик. Куда ты собралась? Нам еще твоего брата выручать. А что это за выключатель? Здесь только не... Слушай, ну, мы этим минуту назад уже занимались. Ой, ой, смотрите, табличка. Продам навоз по цене производителя. Нам он сейчас не нужен. У меня приусадебный участок есть. Надо телефончик записать. Слушай, тебе надо покричать на машину. Ян, замри! Уводи детей! Фонарик! Выброси фаер! Я придумала! Нужно сделать лебедку! Так, лебедка готова! Закрепи ее на другой машине! Где? Здесь? Да, здесь! Ага, сейчас! Слушай, ты такой сильный. Да я такие сумки с базара ношу. Лошади оборачиваются. Теперь верю. Готово. Включаем. Есть. Эй, все, я на свой... я застрял. Да что ж у вас за семейка такая? Эй, эй, ты не можешь сам себе зубы почистить? У меня лапки короткие. Надо забаррикадироваться. Туалетная бумага поможет. А тут щетки нет? Есть. А-ха-ха. Иди сюда. Оп. Давай работай. Ну что еще?
Зубной пасты у меня нет. Весьма вероятно, что дилофазавры охотились стадами. Но и в одиночку они могли успешно расправляться со своими жертвами. Дилофазавр быстро бегал, благодаря длине и мощи ног. Во рту у него находились острые, как бритва, зубы. Пальцы на передних лапах были вооружены когтями. Дилофазавр мог цепко схватить и удерживать свою жертву. Так, посмотрим. Я так и знал. Почему-то в этой игре все самое интересное нужно выкапывать из не самого интересного. Ой, сколько косточек. Так, сейчас я сделаю качельку. Эх. Так. О, мишень. Так, где мой мячик? Есть. Держи лестницу. Спасибо. Тим, Тимми, я поднимаюсь. Где мой коготь? Чух. Так. Эх. Еще одна мишень. А ну давай. Кто-нибудь соберем? Батут. Ить.
Ич. О. Так, так, еще один. Так, нужно, чтобы ты покричала. Сейчас, не вопрос. Ты цел? Меня вырвало. Ничего страшного, дай мне руку. Откуда здесь картошка? Когда карабкаешься, главное не смотреть вниз. Окей. Хорошо. Ой-ой-ой. О, нет. Быстрее, быстрее! Ой. Баранка у меня. Поймал. Эй, а, ай. Ух ты. Мы опять в машине. Больше на паровоз похоже. Зато хоть с дерева слезли. Где вторая машина? Алан! Алан! Ян, Ян! Я столько бегал, столько бегал. Рискнем его перетащить. Уж, пожалуйста, рискните. Он притворяется. Давай его закинем. Надо ускориться. Слезь с рычага, отодвинься. Зубную пасту дайте мне. Напомните мне поблагодарить Джона за чудесные выходные. Давно я так не бегал. Нам ни за что не найти, какую команду задействовал Недри. Он хорошо замел следы. Скажи пароль. Хватит. Скажи пароль. Единственный способ обратить изменения — отключить всю систему. Классно. Пожалуйста, отключите систему. В фильме «Парк юрского периода» Дилофозавр гораздо меньше своих истинных размеров и охотился при помощи ядовитой слюны. Но мог ли он в действительности плеваться ядом? Точного ответа не может дать никто. Получилось. Видите? Работает. Получилось. Просто при отключении выбило предохранитель. Дайте мне 3 минуты, и я восстановлю питание по всему парку. На всякий случай, мы сейчас переместимся в аварийный бункер и подождем там, пока мистер Арнольд не вернется и система не заработает. Арнольд? Шварценеггер? Нет, просто Арнольд. Я совершил ошибку, наняв Дениску. Я уже должен был доехать. Вот так везет. Картина Репина приплыли. Всю ночь гребли, а лодку отвязать забыли.
Хороший мальчик, хороший мальчик. Чего тебе? Еды? Держи. Если ты хоть раз улыбнулся или узнал что-нибудь новое, тогда ставь лайк и подписывайся на мой канал. И ты не пропустишь новые смешные и познавательные мультики. До новых встреч!